Я думаю, терроризм это очень плохо. Поэтому как человек можно убить человека, который ничего не знает, ну, не видит их. И мальчики, девушки, ну, старый человек, они там убили. Это очень плохо для меня. Я сюда, потому что я люблю Россию. Сейчас в Сирии у нас есть война, они пытаются наши дома, жизнь и государство. Сейчас у нас нет вообще жизни работы. Наша сирийская армия запрещает терроризм с помощью русской армии. Мы благодарим русской армии, сейчас ситуация лучше.